Они еще совсем молодые, но уже точно представляют себе будущее, вернее, свое будущее в Чувашии. Так называется конкурс молодежных проектов, который ежегодно проводит Государственный совет республики. С некоторыми победителями и их подопечными встретилась Ольга Пырочкина. Если спросить детей 5 лет, кем они хотят работать, когда вырастут, многие ответят, как мама и папа. И дело не в том, что юное поколение тянет в бухгалтерское дело, маркетинг или на государственную службу. Просто с другими они часто не знакомы. В Чебоксарском детском саду номер 178 решили это исправить. Здесь воспитанников подготовительной группы знакомят с самыми разными профессиями. Скажите, а вы любите сладкое? Да! Тоже очень люблю сладкое, пирожные, конфеты, торты. И поэтому я выбрала профессию кондитер. Приготовите вместе со мной сегодня сладкое угощение? Да! Специалисты считают, чем больше специальностей ребенок на себя примерит, тем лучше сможет оценить свои возможности в старшем возрасте. Сегодня вы попробовали быть кондитером. Как вам? Прикольно. Так, почему? Что вам понравилось? Ну, потому что надо готовить и посыпивать, да. И украшать. В нашем проекте есть различные профессии, малознакомые для детей. Распространенные они уже знают, такие как учитель, воспитатель. Мы решили их еще раз познакомить поближе с такими профессиями, как кондитер, экскурсовод, хореограф. Педагоги используют самые разные формы знакомства с профессией. Смотрят с воспитанниками тематические мультфильмы, читают, учат стихи, клеят аппликации и рисуют. Разве девочки могут стать пожарными? Да. Да. Хорошо, что вы это понимаете. Действительно, среди женщин тоже очень много людей героических профессий. Посмотрите сюда. Вот эта женщина, она кем стала? Какой профессией? Вам попалась профессия врач, да? Что вы дорисовать решили? Я решила рисовать градусник и шляпу для врача. Сейчас я рисую, чем слушают детей. Проект стал победителем конкурса Государственного совета «Мое будущее в Чувашии». В номинации участники от 18 до 30 лет. Государственный совет Чувашской республики данный конкурс проводит 2-й год подряд. И нам приятно, что молодежь республики принимает в этом конкурсе самое активное участие. Наградят лауреатов 21 июня. В этот день наш парламент отметит свое 25-летие. Ольга Пырочкина, Борис Андреев. Республика.